1747 участников Великой Отечественной войны в Новосибирской области получат единовременные выплаты в размере 5000 рублей. А в общественной приемной составят полный список ветеранам, которым необходим ремонт в квартирах и частных домах. А почему мы это приурачиваем к праздничной дате? Казалось бы, это работа обязательная и постоянная. Я поручу составить полный перечень ветеранов, которые нуждаются в таких мерах поддержки, то есть для того, чтобы мы смогли, по крайней мере, чтобы я был уверен, что мы помогли не только тем, кто попал ко мне на прием, а абсолютно тем всем пожилым людям, которым нужна такая помощь. На заседании Оргкомитета «Победа» обсудили подготовку к предстоящему празднику. В этом году в области будут отмечать и столетний юбилей Михаила Калашникова. К этой дате приурочили больше 20 масштабных мероприятий. Сегодня же губернатор поручил Министерству образования оказать содействие в проведении диктанта «Победы». Он пройдет 7 мая. Не обошли стороной проблему жилья для ветеранов. С начала 2019 года в рамках указа обеспечены жильем 4 ветерана, в том числе один участник Великой Отечественной войны. На это направлены средства на общую сумму 6,6 миллиона рублей. До конца года будет обеспечено 16 человек.